Развитие физической культуры и спорта всегда являлось приоритетным направлением социальной политики нашего города. В подтверждение этому свой 65-летний юбилей отмечает спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва. В нашей детской спортивной школе более 1200 учащихся. И у нас направление легкая атлетика, спортивная гимнастика, борьба, самбо, дзюдо, велоспорт, бокс и прыжки на батуте. Ну, наши воспитанники становились и чемпионами Советского Союза и рекордсменами Республики Башкортостан. Также сейчас продолжают подготовку спортсмены высокого класса. Самые знаменитые выпускники – это наша олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева. На Паралимпийских играх в Лондоне в эстафетном беге 4 по 100 метров чемпионка Олимпийских игр стала Анастасия Овсяникова. Она тоже начинала спортивную карьеру в нашей спортивной школе. Андрей Пестряев, профессиональный боксер. В нашей школе олимпийского долголетия. И пусть наши воспитанники дальше продолжают радовать спортивными успехами город, Республику, Россию. Мы сами выросли со Светланой в этой школе. С малых лет начали тренироваться. И уже 18 лет мы здесь. Никуда не уходили и не собираемся. Всему коллективу мы желаем доброго здоровья, семейного благополучия, преданных друзей, детей. 65 лет – это не предел. Перед школой и ее воспитанниками стоит еще много целей, которых они обязательно добьются. Анна Белянина, Алексей Исаев, телеканал ЮТВ, Стерлитамак.